начали собираться группами в интернете. Мы начали заходить в интернет и смотреть, какие акции проходят в Москве, там в разных городах, как в Мурманске. Тоже мэр вначале сыпал этим реагентом, потом при давлении общественности, при обсуждении с общественностями он прекратил сыпать, потому что люди доказали, что это реагент Бионорд очень вреден и не надо им пользоваться. Лучше песком. Реагенты представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья животных. Уже достаточно много примеров того, как животные пострадали. То есть это не только какой-то вред, скажем так, косметический, да, то есть это и летальные исходы. То есть у нас есть опыт Москвы, есть опыт Санкт-Петербурга, где животные, которые случайно, не случайно, допустим, проглатывают снег, содержащий реагенты, в частности, вот тот, о котором сегодня идет речь, погибают в результате серьезного отравления. В нашем городе реагенты пока не так распространены, и ветеринары, опрошенные мной, говорят, что случаи с пострадавшими собаками и кошками пока единичны, к счастью.